Привет, друзья! Снова с вами Елена Кляйн. Мы находимся в Camp Ground. Это, ну, по-русски турбаза, скажем так. Вот, вспомнила слово турбаза. Находимся мы в штат Нью-Йорк. 270 километров от города Нью-Йорка мы ехали. Сюда 5 часов. И приехали с целью порыбачить, но речка очень сильно обмельчала, поэтому мы не знаем, будет рыбалка в этот раз или нет. Но в любом случае мы здорово отдохнем. Он в том домике, он вдалеке, мы там остановились, уже перекусили и ждем еще одну машину наших приятелей. Сейчас немножко я покручу камеру и покажу вам окрестности. Вот видите, какая сухая почва, даже потрескалась, видите? Вот это вот должен был быть как бы остров, что ли, посредине вот. Там речка. Вот так вот она, вода должна была обнимать вот этот островок. И здесь было бы достаточно живописно. Но вода ушла, поэтому мужчины наши надеются, что они все-таки рыбу поймают. Кто щуку, кто русалку свою, ну, кто что поймает, тот поймает. Слава богу, как говорится, зато мы здесь отдохнем просто и подышим воздухом. Птички поют, щебечут, просто шикарно. И здесь на самом деле ночью будет очень тихо. Никто не будет шуметь, и мы хотя бы выспимся, потому что, живя в Нью-Йорке, ой, мы живем на такой шумной улице, и в домах очень практически нет звукоизоляции, поэтому в Нью-Йорке мы не высыпаемся, и поэтому с удовольствием приезжаем в такие вот места хотя бы выспаться. Ну вот, я надеюсь, что мы сегодня выспимся, вот, и завтра уже с утра начнется опять день. Как говорится, будет день, будет пища. Вот смотрите, сейчас я вам покажу вот что. Смотрите, сейчас покажу. Кстати, я вот здесь увидела что-то такое. Вот видите, вот типа понтона какого-то. Или... В общем, здесь должна быть вода. Здесь должно быть все быть затоплено водой. Видите? Но воды нет. Вот. Пожалуйста. Видите, воды нет. Так что будет рыба. Значит, будет хорошо. Будем варить уху. Не будет рыбы, значит, будем делать шашлыки и просто отдыхать. Все, ребята, до следующих моих фотозарисовок, видеозарисовок. Так что ждите.